состояние команды хорошее, но всегда хочется, чтобы оно было еще лучше. Да, подготовка прошла нормально, да, хотя, возможно, могли что-то сделать еще лучше. Жаловаться не на что, да, настроены на серьезнейший футбол. Завтра постараемся показать наилучшую свою игру. Мы не можем руководствоваться информацией по Краснодаре по одной игре с Териком. Мы видели много других игр, в которых тот же брак, он был намного-намного меньше, и качество футбола было на очень высоком уровне. И мы понимаем, что эта команда способна играть очень хорошо. То, что я вижу, в команде поставлена игра, атакующие действия, они, знаете, как бы видно, чем команда, какими средствами команда хочет проводить свои атаки. Все это достаточно поставлено. Футболисты очень квалифицированные, футболисты быстрые, что всегда очень опасно. Если футболист быстр и он обладает большим интеллектом, он может способен очень хорошо анализировать ситуацию на поле и принимать быстрые решения, и самое главное, очень быстро выполнять или исполнять технические элементы. Всем этим обладает команда «Краснодар», и не могу не отметить, это мое мнение, я думаю, со мной многие-многие специалисты согласятся, что команду возглавляет очень серьезный, грамотный тренер, и все это говорит о том, что соперник наш очень силен, и играет, и может играть в очень сильный футбол. Как вы сказали, что вы знаете хорошего тренера Краснодара, и зная его, что он специалист своего дела, как можете сказать, что какая специальность команды Краснодара, игроков? Чем команда Колумба отличается от характерной черты команды? Я скажу, что первое, можно много сказать, но я скажу одну такую важную вещь, что команда может действовать, вот, например, я беру атакующие действия, команда может действовать очень конкретно и очень выразительно. Поверьте мне, что то, что я сказал, это имеет очень большое значение в футболе. Вопрос Алифа Даштамирова, и вопрос в том, что тебе очень знакомо российское чемпионство, чемпионат и российский футбол. И как ты можешь описать специальность российского футбола и как ты видишь место Краснодарного футбольного клуба в российском чемпионате? Я слежу за чемпионатом России и знаю, что это на сегодняшний очень сильный чемпионат. И слежу за тем же Краснодаром. Команда очень, очень сильная, очень хорошая команда. Поэтому команда, наверное, стоит задача чемпионства, потому что команда очень сильная. И как бы могу отметить атаку. Атака очень у них сильная. Поэтому сильная команда у них.